инклюзивному образованию, когда дети с ограниченными возможностями здоровья учатся в обычных школах бок о бок со здоровыми сверстниками, в республике в последнее время уделяется много внимания. Например, в минувшее воскресенье состоялся флешмоб под названием «Дети должны учиться вместе». Но действительно ли нужно внедрять инклюзивное образование в школах? На вопрос ответили жители Уфы. Вообще, если они могут учиться вместе с обычными детьми, у них способности позволяют, то, конечно, им лучше помочь. Ну, во-первых, дети сейчас очень жестокие, и это научит их относиться более лояльнее, более как-то добрее к другим. Ну, адекватно относились к этому, такой же их сверстник, также имеет право на все в этом мире. Пускай общаются, это же общение. Чем дома сидит, одному заниматься? Ну, можно создать специальные классы в обычных школах для них. Вот, мне кажется, так меньше затрат будет. Наверное, даже, может быть, чтобы не один ребенок был инвалид, и остальные там 30 человек, а хотя бы половина-половина, чтобы адаптация какая-то была. Наверное, им трудно будет вместе. Лучше по отдельности, потому что все равно наше дело в том, что наша культура еще не до такой степени, как на высоте, чтобы эти дети могли находиться в нашем обществе. По результату нашего исследования 65% опрошенных считают, что дети с ограниченными возможностями здоровья должны учиться в обычных школах. 30% думают, что такие дети должны посещать специальные школы или классы. И 5% респондентов затруднились ответить.